Парламентские выборы 6-го созыва пройдут в Беларуси 11 сентября 2016 года. Началась активная фаза по их подготовке и первый этап – образования областной и окружных избирательных комиссий. Открывая заседание, руководитель региона Анатолий Лис подчеркнул, что каждая фаза организации и проведения выборов важна, поскольку предстоящий форум касается всех нас вместе и каждого в отдельности. От того, кто будет представлять наши интересы, зависит и наша жизнь. Мелочей в данном процессе быть не может. Слово «закон» главенствующее. А потому в составе областной и окружных избиркомов должны быть люди компетентные. В каждом горрайсполкоме были созданы рабочие группы, изучавшие деловые и личностные качества граждан, выдвинутых в комиссии. Представленные материалы, несмотря на сжатые сроки, так как выдвижение закончилось в пятницу и были выходные дни, но вместе с тем были внимательно проанализированы, с тем, чтобы областная и окружная избирательные комиссии были прежде всего работоспособными и в соответствии с избирательным кодексом выполняли свою работу. За время, отведенное для приема документов, в областной комитет поступило 347 заявлений. Более половины выдвиженцев представляли политические партии и общественные объединения. От граждан путем подачи заявлений были выдвинуты 107 человек, от трудовых коллективов 55. На основании статей 34-35 Избирательного кодекса Республики Беларусь до 24 июня включительно в облсполкоме принимались документы на выдвижение в состав Брестской областной и окружных избирательных комиссий. Их 16 в соответствии с количеством депутатов от Брестской области. В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь в комиссии вправе выдвигать руководящие органы политических партий, других республиканских общественных объединений, трудовые коллективы организаций или коллективы их структурных подразделений, насчитывающих не менее 10 работающих и расположенных на территории области, граждане в количестве не менее 10 человек, обладающие избирательным правом и проживающие на территории области. По результатам обсуждения и голосования в состав избирательных комиссий по Брестской области вошел 221 человек. Практически все уже имеют опыт участия в избирательных кампаниях. Выдвинувшие свои кандидатуры политические партии также представлены в комиссиях. В областную комиссию включены 4 представителя БНФ, Республиканская партия труда и справедливости, Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия Беларуси. В 16 окружных комиссий вошли 6 представителей Белорусской партии «Левых справедливый мир», 13 КПБ, 5 Республиканской партии труда и справедливости, 3 партии БНФ, 1 от Белорусской социал-демократической партии «Громада». Председателем Брестской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 6-го созыва избран председатель Брестского областного профсоюза работников агропромышленного комплекса Михаил Юхимук. Вся информация об этапах избирательной кампании в открытом доступе размещается на официальных сайтах горрайсполкомов под баннером «Выборы 2016».